не строитель, может попробовать себя в качестве монтажника металлоконструкции и вот поучаствовать в сборке. Простите. Башен экран. Вадим Дмитриевич, представитель компании, директор компании КМ-центр, они делают его башен экран. Так расскажите, пожалуйста, как он есть? Ну, значит, конструкция экрана, в общем-то, похожа на стандартный башен экран. На стреле экрана мы видим тельфер, который перемещается по стреле экрана и опускается вверх-вниз. Соответственно, он может взять элемент и поставить элемент. А потом снять этот элемент, да. Значит, в данном конкурсе участвуют желающие, любые желающие. Мы проводим инструктаж для того, чтобы соблюсти технику безопасности. Ну и дальше уже вперед монтаж. Да, процесс этот не быстрый. Примерно собрать цирк. Для того, чтобы собрать цирк, требуется полчаса, разобрать, соответственно, чуть меньше. Ну, то есть за час мы собираем цирк один раз. Таким образом мы вновь построим Екатеринбургский цирк в парке Маяковского строителя 7 раз. Также здесь есть площадка для самых маленьких, они могут на пол тоже поработать такими простыми рабочими болтами, поприкручивать буквы вот в металлической конструкции. Как видите, спросом пользуются. В прошлом году дети за день резьбу всех болтов скрутили просто в ноль, и болты к вечеру были гладкими, как гвоздь. Вот. У нас будет еще, единственное, что я забыла грамоту. А грамота у вас? Мы хотим наградить того человека, который этот цирк творил, вот Сергей Платонович, сейчас вручит грамоту. Да. Учетная грамота Сергея Стрельни Урала, газорезчику третьего разряда, Ковалеву Игорю Владимировичу.